Наша земельная группа завітала до Руської Лозової, що на Харківщині. Незважаючи на те, що російські окупаційні війська втратили тут свої позиції, тут все ще небезпечно, прилітає активно по будинкам цивільних. Сестра двоюродна погибла, сусідка одразу погибла. Да не, по-моему, с первого дня как-то началось, и уже, по-моему, вечером мы увидели танки, по-моему, если не изменят память. И потом чеченцы были. Веришь, выйдет. А по обличчям славянские были, или какие-то? Луганские. А, ДНР? Луганские. А вы это рассказывали, да? Да. Они не скрывали. Нас не допускали. Ну что, что там говорить? Они тоже творили такое. Все, что новое такое. И они по домам заходили. Везде, по всем домам ходили. Если закрытые, выстреливали в замочную скважину, открывали, по грибам вычищали там, что, ну, по основному спиртами.